Руни забил мяч со своей половины поля в матче МЛС. В ночь на 27 июня в Вашингтоне прошел матч регулярного чемпионата МЛС, DC United, Орландо Сити. Встреча закончилась победой хозяев со счетом 1-0. Эта победа стала первой для DC United за последние 6 матчей регулярки. Автором единственного мяча в матче стал нападающий Уэйн Руни. Бывший нападающий Манчестер Юнайтед и сборной Англии открыл счет в матче уже на 10-й минуте точным ударом со своей половины поля, перебросив вышедшего из ворот голкипера Орландо Брайана Роу. Для Руни это уже 9-й гол в этом сезоне МЛС. На 73-й минуте полузащитник DC United Улисис Сигура забил гол, однако судья отменил его после просмотра эпизода с помощью системы VAR.